Друзья, я вот решил в этом плейлисте читать для вас отрывки из моих книг, а их у меня 6. Отрывки из книг других авторов, которые задевают меня, которые я хочу выдать вам. И вот вы можете тоже мне присылать или свои произведения, которые я буду читать, или какие-то произведения других авторов, которых вы хотели бы услышать. Я не буду целиком книги прочитывать. Я буду читать отрывки из своих книг, отрывки других авторов. И вот без всяких комментариев я буду просто вам передавать текст, где-то интонируя, где-то усиливая или ослабляя свою интонацию, подчеркивая голосом значимость тех или иных слов или каких-то выражений. И вот часто сказки можно читать интересные, которые вы пишете. Часто можно читать ваши какие-то мысли, которые меня захватят и которые я хочу выдать другим людям. Я буду говорить, кто автор этих произведений. Поэтому давайте-ка вот займемся вот тем, что называется художественным чтением. Почему художественным? Я не в ролях буду. Я буду через интонацию, тембр, какое-то усиление передавать свое мнение, свое сопереживание с этим произведением, с этими текстами. Так что, друзья мои, напишите мне в комментариях под роликом, что вы об этом думаете и какие у вас на этот счет есть мысли. Итак, подписывайтесь не только на канал, но и на этот плейлист. Я призываю вас послушать. Я думаю, что вам будет интересно.